Способ оплаты посредством Google Pay максимально безопасен. С таким заявлением выступил генеральный директор MasterCard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал. Для совершения платежа владельцу мобильного устройства необходимы пароль, отпечаток пальца или биометрические данные, заявил Гюрдал в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay. На сегодня в Азербайджане 70% мобильных устройств приходится на долю устройств на платформе Android. Запуск Google Pay значительно увеличит долю безналичных платежей в общем обороте. Держателям карт системы MasterCard в Азербайджане компания предоставит соответствующие скидки. Кроме того, гендиректор сообщил, что MasterCard ведет работу по внедрению оплаты банковскими картами в общественном транспорте Баку. Компания намерена внести вклад в обеспечение лидирующих позиций Азербайджана в регионе в области безналичной экономики. По его словам, MasterCard и в дальнейшем будет работать над инициативами, отраженными в подписанном с Центральным банком Азербайджана соглашении в области цифровой трансформации. Уже более 10 лет MasterCard разрабатывает городские решения и меняет опыт работы общественного транспорта. Мы непрерывно работаем с банками-партнерами в Азербайджане, чтобы обеспечить возможность использования банковских карт для оплаты проезда в общественном транспорте в столице – Баку. Наша основная миссия в Азербайджане заключается в увеличении доли безналичных платежей в пользу клиентов, банков-партнеров и всех заинтересованных сторон в стране. Наряду с этим MasterCard сотрудничает с Центральным банком Азербайджана для расширения безналичной оплаты в регионах страны. Уже 30% платежей в Азербайджане сегодня совершаются в безналичной форме, а 80% банковских карт – бесконтактные. Мы совместно с Центробанком, образовательными учреждениями и некоторыми другими структурами проводим соответствующие работы по распределению безналичных платежей и в регионах Азербайджана. Эти работы отражены и в стратегии MasterCard по сотрудничеству с Азербайджаном. Бесконтактные карты при совершении платежей упрощают и ускоряют процесс. Мы уверены, что в будущем в Азербайджане 100% карт будут бесконтактными. Кроме того, для упрощения электронной торговли запущена система MasterPass. Она позволяет хранить карточные данные безопасно и в будущем не требуется повторного ввода информации, сказал гендиректор. Вместе с этим планируется расширить безналичные платежи в сферах доставки и оплаты услуг малых предпринимателей. Также компания ведет переговоры с Центральным банком Турции о признании азербайджанских кредитных карт в этой стране, резюмировал гендиректор. Самира Рзаева, CBC.